А вы знали, что ваши родители назвали вас именем не просто так? Магия имени известна человечеству много веков, при этом сакральный смысл таинства по его наречению актуальна и по сегодняшний день. Каждое имя имеет какое-то магическое послание, и оно определяет вашу судьбу. Я сегодня расскажу вам всю правду о вашем имени. Только для начала пишите свое имя, и обязательно подписывайтесь еще на мой телеграм, и я вам сделаю бесплатный прогноз на будущее. Таня означает «ангел», твои родители вырастили тебя сильной, решительной женщиной с золотым сердцем, известно, что люди с этим именем несут свет и радость тем, кого любят. Ничего не ожидая взамен, твоя единственная слабость в том, что ты слишком волнуешься за все. Мария, в переводе «святая». Мария щедро разливает вокруг себя тепло, у которого постоянно греются нуждающиеся в ласке, внимании, заботе. Мария стойко переносит бытовые трудности. Единственное, что делает ее глубоко несчастной, это неверность супруга. Ольга в переводе «княгиня». Независимая и упрямая, Ольга всегда озабочена решением каких-то проблем. Опасна в гневе, но ее личная преданность достойна всех похвал. Ольге не хватает человеческого тепла.